Здравствуйте. Вы смотрите «Диалог». И сегодня наша беседа будет посвящена профессиональному празднику белорусских медиков. Знакомьтесь с нашей гостьей и присоединяйтесь к нам. Зимина Надежда Александровна, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения. В 1990 году окончила Гродненский государственный медицинский институт. Трудовую деятельность начинала врачом-акушером-гинекологом Ветковской районной больницы. С 2004 года работала главным врачом Ветковской центральной районной больницы. Имеет высшую квалификационную категорию «Врач-организатор здравоохранения». Награждена знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь». В 2007 году окончила двухгодичный курс управления здравоохранением Белмапо. В 2015 году избрана на должность заместителя председателя Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения, а в декабре 2019 года на должность председателя. Награждена почетными грамотами управления здравоохранения Гомельского облсполкома, областного объединения и Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения. На вопросы, которые касаются деятельности областной организации профсоюза работников здравоохранения, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Viber. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Надежда Александровна. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Надежда Александровна, спасибо, что вы нашли время прийти к нам сегодня. Я рада вас видеть и, конечно же, поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Спасибо огромное за приглашение. Сколько сегодня в системе здравоохранения региона работает специалистов? В системе здравоохранения области работает 46 400 специалистов. Ну, из них врачей это около 7 тысяч и среднего медицинского персонала 17 тысяч. Большой коллектив. Огромный. Во всех ли медицинских учреждениях есть сегодня профсоюзные организации? Да, во всех бюджетных, я имею в виду, что учреждения здравоохранения, имеются первичные профсоюзные организации. У нас еще есть и внебюджетные, то есть негосударственная форма собственности. Вот мы уже, начиная, наверное, с 2015 года, проводим работу, и за данный период времени у нас внегосударственная форма собственности в медицинских центрах создана 41 первичная профсоюзная организация. Сегодня все врачи, медсестры, санитарки буквально на передовой делают все возможное, чтобы мы успешно справились с пандемией COVID-19. Они спасают жизни, они сохраняют наше здоровье. И хочется сказать, конечно, огромные слова благодарности людям, которые забыли сегодня обо всем, кроме своей работы, за их мужество, за их профессионализм. Как в эти дни медиков поддерживает государство и отраслевой профсоюз? Расскажите, пожалуйста. Ну, я думаю, что такой сложный период времени очень тяжело стоять в стороне. Тем более, как государство поддерживает материально, профсоюз, в принципе, также осуществляет необходимую оказание помощи и спонсорской. Это учреждениям здравоохранения, самым первичным профсоюзным организациям, на закупку дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты. Но государство, естественно, вот был подписан указ президента Республики Беларусь номер 131 о материальном стимулировании работников здравоохранения. Там, конечно, предусмотрены ежемесячные надбавки в зависимости от лечебных учреждений. Так, например, в амбулаторных учреждениях, которые медицинские работники, в которых оказывают медицинскую помощь, ежемесячная надбавка, например, врачам-специалистам предусмотрена 1000 рублей, среднему медицинскому персоналу 500 рублей, иным работникам 300. А в стационарных условиях, вот данные ежемесячные надбавки несколько выше, врачам-специалистам предусмотрено 1500 рублей, со средним медицинским образованием 1300, и прочие медицинские работники, это входят и санитарочки, и лифтеры и так далее, 900 рублей.
отделениях анестезиологии и реанимации и службы скорой медицинской помощи, там также несколько выше, врачам, специалистам предусмотрены надбавки, значит, 3000 рублей, среднему медицинскому персоналу 2000 рублей и иным работникам до 1000 рублей. Существует еще в инфекционных отделениях, где отделения, которые переведены на закрытый трехсменный режим, там дифференцировано также надбавки. Врачам-специалистами 4000 рублей, средним медицинским работникам 3000 рублей и прочему персоналу 1500 рублей. Ну, вот за период, например, за апрель-май месяц выплачено денежных средств, профинансировано более 11 миллионов. Спасибо большое, Надежда Александровна. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Мне хочется сказать большое спасибо нашим белорусским и непосредственно гомельским врачам. Как это я, Смирнова Татьяна Викторовна, лечилась, меня подняли на ноги в 3-й городской больнице. Это конец 2004 года. А также нашему участковому, здесь обслуживающему персоналу 5-го филиала, который на улице Барыкина, и также стоматологии, которая на Клермон-Ферран, нашему участковому стоматологу. Большое им спасибо за хорошо выполняемую работу и заботу о нас, о пациентах, чтобы мы здоровые были и не болели. Пускай у нас дальше будет крепнуть наша медицина, развиваться, и больше профессоров будет, академиков. Наша, пускай белорусская медицина развивается и дальше. Спасибо вам огромное, Татьяна, за то, что вы нашли возможность, за то, что позвонили нам, и за ваши такие теплые, хорошие слова. Спасибо. Спасибо. Труд медиков, конечно же, не имеет цены, но самое главное, чтобы сами они себя берегли, чтобы не заболели сегодня сами. Как поддерживают, как помогают тем, кто на работе, к сожалению, заразился коронавирусом, Надежда Александровна? К сожалению, есть, конечно, случаи среди медицинских работников, которые заболели COVID-19. Да, риск очень велик. Риск очень велик, и тем более практически они все свое рабочее время проводят на работе и в условиях, где действительно опасные и вредные условия труда. Федерацией профсоюзов организован и создан фонд, благотворительный фонд при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения, фонд поддержки или медицинское страхование самих работников. Это в соответствии вот постановления, принятого Федерацией профсоюзов СОТЭ, где сосредоточены и аккумулируются все денежные средства. Это всех отраслевых профсоюзов областных, республиканских. На данный счет поступили денежные средства и от юридических, и от физических лиц. Предусмотрены выплаты, тоже дифференцированные. При временной нетрудоспособности, например, свыше 21 дня, единовременное пособие медицинским работникам, как бы это связано, естественно, что заболевание произошло в результате исполнения трудовых обязанностей, выплачивается единовременное пособие в сумме 600 рублей. Белорусским профсоюзом работников здравоохранения принято также второе постановление, это 144-е, где временная нетрудоспособность, сроки до 21 дня. Выплата единовременного именно пособия материальной помощи составляет 200 рублей. Это идут средства первичных профсоюзных организаций. Если отсутствуют, так сказать, денежные средства первичек, то тогда выплату осуществляет областной комитет. Ну, например, вот уже за данный период времени оказана материальная помощь первичными профсоюзными организациями и областным комитетом 207 медицинским работникам. Хочу пожелать всем, чтобы болезнь прошла, как это возможно, легко, и чтобы поскорее люди выздоровели и вернулись в строй. А у нас есть очередной телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Я хочу в первую очередь поздравить наших медиков с этим днем профессиональным. И конкретно хочу обратиться к Надежде Александровне вот с такой просьбой. Я хочу выразить свои слова благодарности помощи и лечению моей мамы.
Извините, конечно, ныне покойной, 3 дня назад похоронили, не смогли ее немножко мы поднять. Но особую благодарность я высказываю врачу в реанимации, который находится на 7-м этаже 3-й горбольницы, Мурашко Ольге Викторовне. Это действительно человек очень признательный во всем профессионализме, в человеческом подходе и к нашей беде. Она очень помогала маме, я знаю, там мне уже сказали. Я ей желаю, конечно, здоровья, низкий поклон. Желаю, чтобы, конечно, она не познала никаких бед, ничего. И считаю, что вот такие люди в таких рядах должны, конечно, как-то поощряться, чтобы это не прошло без внимания руководства. И просто поддержали чисто ее по-человечески. Пусть ее хранит Господь. Пусть у нее все будет хорошо. Целуем ее руки. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Примите наши соболезнования с вашей утратой. И спасибо, что вы нашли силы для того, чтобы позвонить и поблагодарить врача. Спасибо вам. Главная задача для нас всех сегодня – это беречь себя и не добавлять медикам работы. Как вы думаете, это удается сегодня нашим гражданам, нам всем? Ну, мне кажется, на данный момент как-то люди немножко приспособились, наверное, жить в таких сложных условиях. В принципе, я бы, конечно, все равно рекомендовала, чтобы все люди все-таки выполняли те рекомендации, которые даются Министерством здравоохранения Республики Беларусь. И вот на уровне нашей области это Главным управлением здравоохранения. Я думаю, что на сегодняшний день нужно беречь друг друга и, в конце концов, все-таки проявлять к друг другу и уважение, и держать дистанции в общественных местах. Естественно, ношение масок должно быть, регулярное мытье рук тоже. Ну, я думаю, что вы тоже пользуетесь общественным транспортом, поэтому вы слышите, какие аудиоролики, в общем-то, транслируются в общественном транспорте. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы люди берегли себя, берегли своих окружающих. При возникновении каких-то все-таки симптомов или повышения температуры, или недомогания, обращались за медицинской помощью все-таки к медицинским работникам. Спасибо большое, Надежда Александровна. Мы спросили у гомельчан, как они заботятся о своем здоровье. Немножко придерживаюсь, но не совсем. Ну, стараюсь жирного не есть, мясное так. Творог, молоко, кашу. Конечно, придерживаюсь. Хоть уже по старости, но уже все равно придерживаюсь. В чем это выражается? Ну, отдыхом это самое, как... Нормальный семьянин. Я зарядку по утрам делаю. Спортом занимаюсь. Ну, я стараюсь поменьше есть сладкого, вредного. Жирной пищи не кушаю уже в моем возрасте. Вот. А в принципе, где здесь образ жизни вести? На пенсию жившим бассейн дорогой. Куда идти? Вот в конце улицы бассейн есть. Можно за одну пенсию ходить туда? Стараюсь питание натуральное есть. Ну, продукты покупать более натуральные. Полуфабрикаты не беру никогда. А сладости? Сладости не ем. Больше чайной ложки сахара в день не ем. Надо, чтобы быть свободным, чтобы здоровый образ жизни. А я еще работаю. За внуками смотрю, внуки у меня, поэтому так, бегом, купила домой, сделала, приготовила, накормила. А что значит здорово, это надо гулять постоянно, вот, куда-то ходить, какие-то фитнесы. У меня просто времени не хватает на это, на все. Не обязательно заниматься спортом, а ежедневные пешеходные прогулки – зарядка по утрам. Я стараюсь придерживаться принципов здорового образа жизни, стараюсь бегать. На данный момент работа утром. Но вообще, в принципе, постараюсь. Но пища подкачала немножко. Питаюсь не очень хорошо. Обед хороший, а чипсы вечером, квасик. Вот это я люблю.
Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о работе профсоюза работников здравоохранения. И у нас на линии есть телефонный звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хочу сказать большое спасибо онкологии, заведующей гинекологии Шевченко Галине Николаевне. Не знаю, не то, что спасибо, я не знаю, что... Ну, врач от Бога, наверное. Я после операции, когда бы я к ней не обратилась, она всегда поднимала, всегда советовала, потому что, я не знаю, ну, наверное, врач от Бога. Так что сильно большое ей спасибо. И в Жлобинском районе, в Жлобине, заведующий главврача Малиновский Евгений Леонидович, тоже большое спасибо ему. Я обратилась к нему по инвалидности, помочь пройти медкомиссию. Он помог, без всякого там, ну, я не знаю, как колхозницы, как, не знаю, но врачи, как бы, к которым я обращаюсь, помогают. И заведующему Жлобинской гинекологии, который, ну, как сказать, очень много помог. Я сильно попадала к нему каждый месяц, но он терпел меня. Поэтому тоже большое спасибо этим врачам, которые, ну, как спасли, помогли и не кинули в беде. Сильно большое им спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо за звонок, спасибо за ваши теплые слова. Я думаю, что очень приятно сейчас врачам жлобинским. Спасибо, берегите себя, здоровья вам. Ну, продолжаем. Надежда Александровна, мы смотрели опрос, интересовались, придерживаются ли люди правил здорового образа жизни. Представление о том, что это такое, наверное, у всех разное. На ваш взгляд, со временем люди стали ответственнее относиться к своему здоровью? Я думаю, да. Даже вот смотреть по этому сюжету, действительно, люди стали ответственнее относиться к своему здоровью. Пусть это будут какие-то пешие прогулки, пусть это рационально, не такое уж рациональное питание, как оно существует, но вместе с тем люди знают, что все-таки ведение здорового образа жизни, оно способствует и снятию и эмоциональных различных напряжений, и стрессовых ситуаций. Конечно, не каждый на сегодня займется спортом. Это тоже огромный, так сказать, труд, который, но мне кажется, все-таки люди, особенно молодежь, вот она более приспособлена и к спорту. И мы, в принципе, и на улицах города Гомеля видим, как вот все чаще и чаще используются велосипеды, не автомобили. Поэтому я думаю, да. Роль системы здравоохранения в жизни каждого человека, конечно, очевидна. Все мы обращались за помощью к врачам. А роль профсоюза работников здравоохранения в жизни медиков тоже очевидна. Это гарантированная защита прав и интересов специалистов на их работе. Расскажите, пожалуйста, какие сегодня у отраслевого профсоюза есть инструменты для того, чтобы защищать права и интересы работников? Одно, наверное, самое главное, это у нас имеется соглашение между Главным управлением здравоохранения Гомельского облсполкома и Гомельской областной организацией Белорусского профсоюза работников здравоохранения. В принципе, этим соглашением, в этом соглашении прописаны все критерии. То есть это включает оплату труда, вот, охрану труда, гарантии занятости, улучшение жизни самих работников, социальная защита молодежи. Ну, например, по оплате труда, в принципе, не только прописаны истинные нормативные акты, но и контрактная форма найма здесь же, и защита работников здравоохранения. Различные случаи бывают, и увольнение где-то по вине, например, работника, по вине нанимателя иногда приходится расторгать контрактную форму найма. Поэтому, естественно, в нашем областном комитете два имеется отдела. Это юридический отдел, социально-экономический, и по охране труда это технический инспектор, который работает. Люди, в принципе, работники учреждений здравоохранения пользуются этим. И тем более даются бесплатные консультации на любом уровне.
Ну вот о том, с чем обращаются к вам медики, мы поговорим чуть позже. А сейчас давайте узнаем, с чем к нам обратился наш телезритель. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте, Надежда Александровна. Я хочу вас, во-первых, поздравить с праздником с наступающим, а в вашем лице всех гомельских медиков. И хочу поблагодарить вам все творения, так он и называется, наш доктор. Я смотрю с окна своей палаты и вижу дивный горизонт. Туман ласкает лес косматый, над центром зарево плывет. Хорошо, красиво в центре этом, сам Бог, наверное, где живет. Звенит над Белицей лето, и где-то Иволга поет. Центр идеологии, я знаю, это рай на гомельской земле. Я здесь здоровье поправляю, надеюсь, что помогут мне врачи. Здесь ангелы, спасение, сестрички, пчелки нет милей. В глазах их небо отражение. Сердца не вижу я добре, за милосердие, сестричкам и врачам. Я хочу сегодня в пояс поклониться. Спасибо, медики, любимые, всем вам, здоровья вам, вами Родина гордится. Эти стихи написал мой брат Герасим. Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Приятно накануне профессионального праздника получать такие слова и такую оценку. Спасибо, здоровья вам, берегите себя. Ну а мы продолжаем. У профсоюза есть такой инструмент помощи, как правовые приемы, правовые консультации. С чем обращаются специалисты здравоохранения? Ну, наверное, в последнее время в связи с введением новой оплаты труда, это с 1 января, новая система оплаты труда, то в первую очередь обращались, конечно, многие медицинские работники по оплате труда. Сейчас идет, конечно, обращения, это по применению именно указа президента Республики Беларусь, номер 131. И также по оказанию материальной помощи, это членам профсоюза. Хотелось бы, конечно, сказать, что для проведения такой информационной разъяснительной работы у нас создана комиссия при управлении здравоохранения Гомельского облсполкома, где вошли и представители профсоюзов, и открыта горячая линия, которая работает понедельник, вторник, четверг с 10:00 до 12:00, где все на сегодняшний день работники учреждения здравоохранения, в принципе, могут обратиться по тем или иным вопросам. Многие в последнее время, это в прошлом году как бы было обращение по поводу увольнения и контрактной формы найма. За данный период времени, в принципе, таких обращений, в общем-то, не было. Спасибо большое. К нашей беседе присоединяется очередной наш телезритель. Здравствуйте, слушаем вас. Не дождался, к сожалению, сорвался у нас звоночек. Наберите нас еще раз. Ну, а я предлагаю ненадолго прерваться и посмотреть сюжет. В 2020 году исполняется 76 лет со дня основания Гомельской областной клинической больницы. Ее история началась в 1944 году, когда через год после освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков начала работу первая советская больница. В 1977 вступил в строй новый многопрофильный корпус. Еще через 5 лет был открыт родильный дом. Сегодня это современное медицинское учреждение. В этом году приобрели новый видеотолокоскопический комплекс. Вот, с денег областного бюджета оборудованием мы оснащены, как бы, в планах освоить то, что имеем, потому что новое оборудование позволяет нам выполнять в большем объеме высокотехнологичные малоинвазивные операции на органах грудной клетки. Вот, поэтому, в принципе, как бы, на данный момент мы очень довольны своим положением, своим развитием, с оптимизмом смотрим в будущее, вот, на освоение новых методик, новых операций.
Нейрохирургическое отделение номер 2 в областной больнице открыто 1 октября 2015 года, но еще задолго до этого здесь выполняли операции при патологии позвоночника на базе других отделений. В Гомельской области первая операция на позвоночнике была проведена еще в 1980-м. За время работы отделения его не только оснастили самым современным оборудованием. Здесь создали собственный интернет-сайт позвонок.by, на котором можно узнать новости, контактную информацию, а также получить консультацию специалистов в реальном времени. Вместе с тем медики обращают внимание, при всех возможностях отделения о собственном здоровье люди в первую очередь должны заботиться сами. Установившаяся жара опять спровоцировала ситуацию, когда люди отдыхают возле водоемов, ныряют на мелководье и получают повреждения шейного отдела позвоночника. Эта ситуация, она ежегодная фактически, несмотря на все наши выступления, публикации, предупреждения, люди продолжают совершать одну и ту же самую ошибку. Мы оперировали подростка 14 лет из Хонинского района, ныряние на мелководье, повреждение шейного отдела позвоночника. На сегодняшний день движений в ногах нет, руки двигаются очень плохо. Сегодня Гомельская областная больница – крупнейший многопрофильный медицинский стационар в регионе. За год здесь проходит лечение около 38 тысяч пациентов, выполняется более 17 тысяч операций. В этом году у специалистов учреждения появилась еще одна обязанность – они лечат больных с коронавирусом. Хотя в каком бы отделении ни работали врачи, они всегда готовы прийти на помощь. Это стандартное отделение интенсивной терапии и реанимации областных больниц, которые оказывают помощь, соответственно, в основном хирургическому профилю пациентов после каких-то перенесенных, в том числе высокотехнологичных медицинских вмешательств, пациентов с экстренной патологией, которая угрожает жизни. То есть такие отделения есть во всех областных центрах. Наше отделение одно из самых крупных, то есть развернуто на 24 койки. Вот, оснащено соответствующим оборудованием для оказания данного вида помощи. О своей работе врачи Гомельской областной больницы говорят буднично и без пафоса. Они выбрали эту профессию и остаются верны ей десятилетиями. Вы смотрите «Диалог». Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина сегодня у нас в гостях. И к нам присоединяется наш телезритель. У нас есть телефонный звоночек на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу поздравить Ивана Геннадьевича Афанасенко, филиал номер 11, Еремина, Гомельская городская центральная больница. В его лице всех медиков нашей амбулатории. Они очень грамотные, чуткие, ответственные, внимательные специалисты, доброжелательные. Хочу пожелать в их лице всем нашим врачам здоровья, терпения, здоровья ихним семьям, всем медикам крепкого здоровья, ихним детям и всему нашему белорусскому народу. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное за поздравления. Очень приятно, конечно, сидеть и вот чувствовать, что гордость за своих медицинских работников. Конечно, все поздравления, которые вот прозвучали в данном эфире, я постараюсь передать. Да, у нас есть еще на нашем портале в Вайбере. Хочу сказать спасибо доктору с фамилией Сергеенко. Имени, к сожалению, не помню, давно было, но она вытащила меня из жуткого состояния. Куполев Виктор Павлович, благодарим вас за ваше докторское дело на благо людей. Эндокринолог доктор Бортновская, приятнее врача еще не встречала, на все вопросы ответит спокойно и четко объяснит. Выздоровеешь с радостью, всем бы хотелось пожелать. Выздоравливать легко и с радостью. Огромное спасибо Анне Химовской Екатерине Михайловне за участие и доброту к нашим родным. Всего самого-самого наилучшего. Спасибо за ваши теплые слова. А мы продолжаем. Мы видели сюжет. Сюжет из одной из крупнейших больниц нашей страны и наверняка одной из лучших. Такой действительно многопрофильный медицинский центр, областная больница Гомельская, где великолепнейший коллектив профессионалов сегодня работает. А вы по долгу службы часто там бываете. Как оцениваете работу их профсоюзной организации? Конечно, коллектив замечательный. Учреждение Гомельской областной больницы, во-первых, это высококвалифицированные специалисты. Они оказывают высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь.
По поводу как бы первичной профсоюзной организации, там действительно крупная тоже первичная профсоюзная организация, где работает председатель правкома, он освобожденный. И, в общем-то, все функции, которые возложены на профсоюз, она выполняет. Спасибо большое. Давайте продолжим. Конечно, говоря о достижениях нашей медицины, очень бы хотелось, чтобы и врачи, которые сегодня в таком напряжении работают, у которых такая должна быть крепкая база и знаний, и знания современной техники, хотелось бы, чтобы они достойно зарабатывали, чтобы им не приходилось брать огромную нагрузку, несколько ставок, совмещений, забывать о благополучии своей собственной семьи и о своем здоровье. Надежда Александровна, какие сегодня заработные платы в отрасли? Ну, как вы, Ольга, уже сказали, что действительно никто не работает в данный период только по основной должности, конечно, работают люди по совместительству, и сверхустановленные работы, и выходные, и праздничные, и так далее дни. Средняя заработная плата вообще работников здравоохранения за январь, вот апрель месяц, составляет 893 рубля. За 2019 год, вот хочу сказать, что она в конце, как бы за январь-декабрь 2019 года составляла 809. Ну, с учетом, конечно, вот именно и ежемесячных надбавок, которые вот 130 по 131 указу президента за апрель месяц, средняя заработная плата несколько выросла. Например, у врачей она стала 1657 рублей. В среднем у медицинского персонала 937 рублей. Вот. Ну, естественно, что как бы это и силы, это и энергия на сегодня, и вообще эмоциональная, огромная эмоциональная нагрузка, ведь перед каждым доктором, перед средним медицинским персоналом стоит это человек, его жизнь, его здоровье. Больше ответственности, чем у медиков, наверное, ни у кого не существует, потому что это ответственность за жизнь, которая в твоих руках. Которая конечно. Зависит от правильности твоих действий. Хотелось бы, конечно, чтобы медицинских работников заработная плата была намного выше. Да, они этого действительно достойны. Ну, а у врача с опытом, у именитого специалиста, конечно, есть возможности зарабатывать и достойно. А у молодых специалистов, которые только начинают свой путь в профессии, как профсоюз поддерживает молодых врачей? Молодых специалистов, в принципе, есть, как я уже говорила, что в соглашении между Главным управлением здравоохранения и Гомельской областной организацией есть раздел «Социальная защита молодежи». В каждом коллективе, в каждом учреждении здравоохранения существует тоже коллективный договор. Это, скажем так, локальный нормативный правовой акт, который регулирует. Ну, конечно, профсоюз поддерживает. Практически во всех у нас учреждениях здравоохранения предусмотрена компенсация за найм жилья. Вот, так как вы знаете, что благоустроенное жилье получают не все медицинские работники, где-то в коллективных договорах внесено, значит, компенсация за проезд в сельскую местность. Предусмотрены единовременные выплаты. Ну и, конечно, вот в сельской местности, в принципе, также предусмотрены выплаты дополнительные молодым специалистам. Те лечебные учреждения, которые расположены на территории радиоактивного загрязнения, конечно, это предусмотрено постановлением 1842. При заключении контракта на 5 лет предусмотрена единовременная выплата 200 базовых величин. Второго контракта, конечно, побольше 300 базовых величин. Конечно, нужно поддерживать молодежь, чтобы молодежь оставалась в профессии, чтобы трудности, которые, ну, они обязательно будут, чтобы они не напугали, чтобы они не повлияли негативно на желание оставаться в этой сложной профессии и работать. Надежда Александровна, у нас есть, наверное, последний на сегодня телефонный звонок, который мы принимаем. Здравствуйте, мы слушаем вас. Слушаем вас, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте, что-то у вас с телефоном. Но мы очень хотим вас выслушать. Алло. Сорвался звоночек, к сожалению. Тогда продолжаем. Мы много говорили о том, какая профессия медика ответственная, какая она сложная. И насколько она опасная для самих же медиков. Потому что протекает часто в условиях, которые, конечно, могут негативно влиять и на эмоциональное состояние, и на здоровье. Особенно сегодня, в такой неблагополучный эпидемиологический период. И, конечно же, эту ситуацию профсоюз должен отслеживать, постоянно мониторить. Вот что касается безопасности и охраны труда, расскажите, пожалуйста, как сегодня выглядит Гомельская область? Ну, мне хочется сказать, что по охране труда, мне кажется, самый главный критерий – это производственный травматизм на сегодня. А если посмотреть за последний период времени, то по Гомельской области, в общем-то, снижение травматизма. Второй критерий – это временная нетрудоспособность или стойкая нетрудоспособность среди медицинских работников. То на данный период времени очень мало лечебных учреждений, где временная нетрудоспособность достигает высоких цифр. В основном это идет за счет листов нетрудоспособности по уходу за ребенком. В производственной среде, конечно, главное еще есть это аттестация рабочих мест. Вот. А также это обязанность нанимателей, в том числе и профсоюзного комитета, проводить правильную аттестацию по условиям труда. Вот. И как бы есть определенные на сегодняшний день перечень профессий и должностей, которые относятся к списку 1 и 2, которые дают право на пенсию. Не по возрасту, а в связи с опасными условиями труда. Поэтому, естественно, как бы производственная среда, она влияет. И тем более у нас очень много факторов. И эмоциональные, как вы говорите, стресс, и биологические факторы. Это тоже контакт с тем же самым пациентом. Предусмотренные выплаты, они предусмотрены и коллективными договорами. Компенсации за работу именно в опасных условиях труда. Хочется сказать еще раз спасибо нашим медикам за их труд. Хочется сказать, дорогие, берегите себя, пожалуйста. Мы вас любим, мы вас ценим. Вы сегодня настоящие герои этого такого непростого времени. Берегите себя, будьте здоровы. Надежда Александровна, у нас есть одна минутка для поздравления и для теплых слов пожеланий огромному коллективу медиков, медицинских сестер, врачей, всех, кто занят в этой системе здравоохранения. Уважаемые коллеги, я искренне поздравляю с нашим профессиональным праздником, Днем медицинских работников. В медицине действительно приходят самые лучшие, самые замечательные люди. Мало обладать высокими, так сказать, знаниями, иметь высокую квалификацию, нужно иметь еще и гуманизм, и сострадание, которое есть. И хотелось бы в канун именно Дня медицинских работников пожелать: берегите себя, берегите своих близких, дорожите каждым днем и получайте удовольствие каждый день. Здоровья вам, семейного вам благополучия, счастья, удачи. Ну и от, конечно, хороших, теплых слов от ваших пациентов. Спасибо огромное, Надежда Александровна. Спасибо за этот диалог. И передайте, пожалуйста, коллективам благодарности от наших телезрителей, которые сегодня звучали. Спасибо огромное за внимание и за сегодня. Вот именно действительно такой... Очень теплый. Получился разговор. Да. Спасибо большое за это нашим телезрителям. Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы.